начинаем конкурсное прослушивание 7-го открытого хорового фестиваля «Пою Рождеству» в рамках международного фестиваля конкурса детей и педагогов «Мир творчества». Жюри конкурса: Дуганова Лидия Петровна, профессор, кавалер медали Ушинского, медали «Патриот России» и медали Российской академии образования за выдающиеся заслуги. Жаров Александр Михайлович, заслуженный работник культуры Российской Федерации, композитор, лауреат международных конкурсов. Горлыч Светлана Владимировна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, художественный руководитель Московского городского творческого коллектива хора «Виктория», лауреат международных конкурсов и президент Ассоциации московских хоров. Хор «Чижик» образцовой детской хоровой студии «Веснянка» Дворца творчества детей и молодежи на Стапане. Руководитель Тулинова Ольга Константиновна, концертмейстер Купчик Елена Владимировна, хормейстеры Синицына Наталья Валерьевна и Соколова Лариса Владимировна. Жабко «Слова шведа», «Серебристый колокольчик», «Рождественская колядка», «Рождество Христово», «Белорусская колядка», «Колядачки».